Ну и, наконец, как же нам тренировать свое чувство прекрасного, свое эстетическое чувство? Где нам набраться правильного понимания красоты, правильного ощущения красоты? Ну, надо задаться вопросом, почему из нашей страны далеко не все, кто могут, уезжают, если мы живем вот в таких вот коробках. Почему не все уезжают в более красивые дома из нашей страны? Потому что в нашей стране есть что-то восхитительно прекрасное. Например, в нашей стране очень много природы, очень много лесов, полей, рек, как поется в песне. Вот эта природа, собственно, вот эта природа обладает страшной силой красоты. Она привлекает к себе людей. Почему люди так стремятся на природу? Почему далеко не все стремятся уехать из России? Почему люди так любят Россию? Потому что Россия – это еще и природа, это не только вот такие коробки. Поэтому важное упражнение – это почаще бывать на природе и смотреть на эту красоту. Ну, во-первых, наслаждаться ею, во-вторых, как-то стараться и самому становиться более похожим на эту красоту. Вот. Развивать свое чувство прекрасного частым быванием на природе.